Нет, что касается как бы татуировок, точно нет никаких примеров подражания. Просто мне всегда это хотелось, и я делаю татуировки, если в моей жизни что-то действительно клевое происходит. Ну, допустим, я наубил паука себе, и это означает, что как бы Атева, паук, и, собственно, это мой псевдоним, и это как бы я столько уже лет прожил с этим псевдонимом. Атева очень... — это паук переводится? Атева — это паук, обнаруженный в 2006 году. Собственно, поэтому я набил тарантула как символ Я, честное слово, я впервые об этом слышу. Я думаю, наши зрители тоже сейчас такой эксклюзив. А ты что думаешь, почему я Спайдерсы называю своих зрителей? Именно поэтому. Просто потому что... Потому что вся правда шоу. Ну да. Еще один вопрос от зрителя. Ян спрашивает, когда новая песня? Янго? Нет, просто... А, просто Ян. А, окей. Да, Ян. Го. Ян спрашивает, когда новая песня. Я не знаю, то есть я песню недавно выпустил, по сути, и клип на нее я не знаю, когда сниму. То есть как придет, как будет возможность. Зови, я тебе клип сниму. Не за бесплатно, конечно, но мы это потом обсудим. Блин, я уже так обрадовался, думаю, да, хоть кто-то это предложил. Слушай, расскажи... Ты когда-нибудь раньше, вот до сегодняшнего дня, занимался благотворительностью? Участвовал ли в каких-то акциях? Я безумно хотел, безумно хотел. Я уже писал даже людям, которые, ну, как бы этим занимаются. Но я не всем доверяю. То есть я реально не мог понять, кому стоит доверять, как, через кого как бы реально все это получится сделать, а через кого нет. И поэтому мне не выходило как бы. Но вот сегодня это, наверное, первый случай. У нас Добро, Мэйл.ру, да, фонд Константина Хабенского. Да, это безумно крутая идея, и я о этом фонде я реально давно слышал, но почему-то тоже никак не обращал внимания, не знаю почему. Вот, но сейчас я понял, что это действительно серьезно, и это достойно уважения. Когда позовешь в гости к себе... В Лос-Анджелес. А, у меня всегда как бы двери открыты. Я звал. А... Ну, открыты, но что-то не зовешь. А я обижаюсь. Это от тебя вопрос или от подписчика? Или от тебя с подписчиком? От меня с подписчиком. А, да, приезжай, Ксюша, вместе летом. Вот, будет круто. Я обещаю. Супер. А, кем ты себя видишь? И вообще, ну да, скорее всего, кем ты себя видишь через 5 лет? Через 5 лет... Ютьюбером, певцом, актером. Через 5 лет я вижу себя каким-то интернациональным блогером, которого знают как в России, так и в Европе и Америке, Британии, да, ну, в каких-то таких основных странах. И вот. И я не знаю, посмотрим. Я хочу попасть на Эллен Шоу. К Эллен Шоу — это моя мечта. Эллен Дедженерс? Ну, это мечта моя, и я буду стремиться к ней, вот и все. А еще хочу на крутая. The Late Late Show. Это тоже очень крутое шоу. В качестве гостя? Конечно. Ну, как, почему нет? Ну, пока что ты... Ну, хотя бы... У Кирилла Черкасова. Да, Кирилл, ты не хуже, поверь. Ну да. Спасибо, кстати, за... Это ну, был я для меня комплимент, потому что я впервые вообще... Ведешь такие вещи? Веду что-то, да. Ну, был один тур, где я вел. Ну, как же он называется? Даже не знаю. Ну что ж... Передаю привет маме, папе. А папе у меня нет. Маме, папе. Ой, маме, бабушке, тете. Вот. Мы закончили отправлять сообщения. Спасибо большое, Эд, что ты был сегодня с нами. О, да, блин, я надеюсь, я немножко разбавил обстановку. Разбавил, ты прям дал мне энергию. Заряд. Yes! Позитива. Круто. Все, я очень рад. Ну что ж, все? Спасибо. Да не что. Итак, время подвести итоги лайфа. Ты? Ну что ж, зрители. Всем привет! Вы не ожидали, что я сюда приду в роли участника, но я пришла, потому что я знаю, что вы хотите задать мне свои суперинтересные, классные вопросы. Кирилл, здравствуй! Давно не виделись. Отличный ведущий, мне очень нравится. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Мне, пожалуйста, больше вопросиков. А потому что... А что я у тебя могу спросить? Я все про тебя знаю. Вот абсолютно всю подноготную твою. И ты знаешь, что замечательно, что ты знаешь про меня все, и все равно вот мы с тобой дружим уже 5 лет. Вы представляете, мы с Кириллом 5 лет уже дружим. А эфир-то вообще идет? Да, или идет. Я сами с собой разговариваю? Я думаю, идет. Идет же эфир? Ой, все, отличный эфир идет. Ну, пока ты не знаешь, что у меня спросить, я хочу выразить огромную благодарность ВПШ, огромную благодарность Mail.ru и ВКонтакте за эту акцию, потому что я считаю, что благотворительность — это безумно важно.
И важно, что вот наше поколение, вот блогеры, люди с аудиторией откликаются. Да, конечно. И знаешь, я вот тоже была ведущей, ты не представляешь данного благотворительного мероприятия. И я смотрела на то, как ребята отзываются о благотворительности, и самое крутое здесь, наверное, то, что... Их вовлеченность. Они говорили искренне. Искренне, да. И то, что, знаешь, вот это вот прям... То есть они не заучивали какой-то текст, им вот, как, не знаю, за кадром, типа, скажи то-то, то-то. Нет, они выходили, и они действительно так же, как и я, так же, как и Эдвард... Я так говорю, как будто какие-то другие люди понимают всю важность вот этого всего. И что самое крутое, что эти деньги, которые мы сегодня соберем и уже собрали, не пойдут детям. Это вот безумно. И я безумно горжусь тем, что мы с тобой побывали в роли что ведущих. Что мы все вообще... Ну, то, что мы ведущие, это да, да. Но что вот многие наши друзья и коллеги, то, что вот приняли участие, это очень безумно круто. Круто, ребят. Спасибо вам огромное за все ваши донаты, за все ваши деньги, которые вы причисляли. Вы не только исполняли свою мечту, но... Исполняли мечту детей, где просто делали добро. Да. Ну что, есть вопросики? Ой, Ксюш, как тебе в роли ведущей? Вот. Вот этого вот я еще не знаю. На самом деле... Вот страшно было? Вот. Слушай, была такая ситуация, я не знаю, видел ты или нет, но когда... Я видел, что у тебя руки... У меня так колбасило, я заикалась. То есть, и ну уже под конец, ну, ребята мне сказали, что было вроде все хорошо. Естественно, ко мне даже сам Ян Гот, твой любимый, подошел и сказал, что Ксюша все было... Или это был Камказава? Это был я вообще-то. Я сказал тебе, что ты супер. И тебя люблю. И я тебя. А любишь ли ты Эдварда Атеву? О, Господи, следующий вопрос. Началось. Что у вас с ним? Мой послуженной список. Моя любимая тема просто. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Вы хотите поговорить об этой проблеме? Да, безусловно, хочу это обсудить. Я уже говорила и в трансляциях, и в Твиттере я писала, и в Инстаграме, и везде, где только вообще можно, и даже видео, что... Как только в моей жизни появится какой-то особенный человек, то я обязательно об этом расскажу, потому что я считаю, что чтобы зритель был ближе ко мне, они должны понимать, с кем я встречаюсь, они должны какое-то иметь представление человека, который рядом со мной. С Эдвардом Атевым меня связывает крепкая дружба, мы с ним очень хорошие друзья. Это там о мне сказали или я не поняла? Вот. Я очень его люблю как человека, но между нами нету никаких отношений. Так что сейчас все шиперы, мне кажется, просто плачут горькими слезами. То есть твое сердце сейчас свободно? Или забронировано? Ты знаешь, или что? Оно было забронировано на эту субботу, но что-то пошло не так. Вот. Всякое в жизни бывает. Да, бывают некрасивые ситуации, некрасивые люди, но... Знаешь, как говорила моя мама, не он первый, не он последний, так что я не особо огорчаюсь. У нас есть вопрос от зрителя. Аня спрашивает, кем ты видишь себя через 20 лет? Ой, очень интересный вопрос, очень люблю тебе подобные вопросы. Тебе будет 39. Слушай, маленькую предысторию вам расскажу. В общем, мы недавно с Кириллом весело проводили время, вы можете... Помнить это по нашим инста-историям и трансляциям. И Кирилл мне такой сидит, он сидит на унитазе, чтобы вы понимали, и говорит, Ксюша, 25 — это край, если не родишь, все, твоя жизнь кончена. То есть, типа, женщины до 25 — это самый сок. И я сижу и понимаю, что у меня осталось каких-то несчастных 5,5 лет, и у меня началась депрессия. Ну, ты помнишь, я тебе говорила, что у меня аж в жар бросило, и прям плохо стало. Я думаю, ужас какой. Через 20 лет я вижу себя... Я не могу сказать по поводу карьеры, кем я себя вижу, потому что я делаю все в своей жизни for fun. То есть у меня тут с подругой был такой диалог, типа, я говорю, слушай, давай научную... Ребенок, ты тоже чисто for fun сделаешь? Конечно. Нет, ну, я хочу запланированного ребенка, то есть это... Не хочу это доверять случайности. Я считаю, что это очень ответственный шаг. Тем более это ребенка нужно делать с правильным человеком. Ладно, давай уйдем... От детей... Лиза спрашивает, хотела бы изменить что-нибудь в жизни, если да, то что? Или тебя все устраивает? Или нет? Я могу сказать, что моя жизнь, она прекрасна. В моей жизни есть все, что только нужно. В твоей жизни есть я. Да, в моей жизни есть лучший друг, в моей жизни есть еще друзья, у меня есть, я учусь, работаю. И не знаю, единственное, что я хотела изменить, наверное... В плане личной жизни мне немножко одиноко. То есть мне тоже.
Я тебя... Мы с тобой постоянно это обсуждаем, мы с тобой такие две одинокие... Души. Души. Вот, и, ну, не хватает какого-то такого вот тепла мне, что ли, поддержки какой-то мужской, несмотря на то, что у меня есть ты, все-таки хочется что-то... Слушай. Такого. Все у нас будет хорошо. Да нет, конечно. Сейчас нас смотрит где-то 20 тысяч человек. Привет, 20 тысяч человек, вы классные. И, а мы... Верите в себя. Мы одиноки. А мы одиноки. Нет, ты знаешь, мне кажется, что вот это вот одиночество... Я хочу сказать... Не надо меня перебивать, вот это вот твоя привычка. А, вот это, наверное, минус популярности, мне кажется, что... Хотя, господи, я так говорю, как будто я такая... Я не Вангай. Вань, прости, ты классная, но я не Вангай. Слушай, как тебе было общаться с... Иваном, Ивангаем. Это ты представляешь то, что до этого с Ваней общался Иван Ургант, а потом... Ой, слушай, я никогда... Ты следующая, кто с ним общался именно вот в режиме интервью. Ты знаешь, мы с Ваней вот так пообщались, ну, точнее, как увиделись, считай, так нормально, пообщались второй раз в жизни, и я очень благодарна Ване за то, что он был таким непринужденным и очень свободно шел на диалог, потому что я очень волновалась, и он так разбавлял это все, и мне было с ним легко общаться. То есть вот в этом Ване очень... Мне нравится, что вот у него нет какого-то такого, что ли, барьера, знаешь, как у вот некоторых. И он такой открытый, честный. И то есть он сидит, говорит, я не знаю, что сказать. Типа, я вроде должен что-то ответить, но не знаю. То есть очень приятно было с ним пообщаться. Тем более я знаю, что он довольно очень умный парень. Вот, здравомыслящий. Короче, он крутой. Мне сказали спросить у тебя про тату. На эту и на ту, набью себе тату. Что спрашивать-то про тату? Что ты хотела спросить? Я хотела сама себя спросить. Ну да, ты хотела, чтобы я задал тебе вопрос про тату. Мне так написали. Отлично. Так что? Я просто подумала, что моим зрителям это будет интересно. Ну, многие спрашивают, сколько у меня татуировок. И каждый раз, когда я выкладываю фото, где видно татуировку, все пишут, ох, ничего, что, тату, что ли? Это что такое? Я такая, да, у меня тату. У меня вообще, сколько их? Раз, два, четыре. Четыре штуки, да. Одна у меня на левом плече. Там у меня нарисовано созвездие льва, потому что я лев по гороскопу, и солнечная система. Я не буду объяснять значение этой татуировки, но оно для меня очень важно, это значение, потому что я не хочу затрагивать там религию и прочее. И вот на правом боку у меня там лев, мандала, это цветок так называется. И вот под этими двумя татуировками скрывается еще одна старая татуировка, самая моя первая, не очень удачная. И, в общем, вся вот эта картина на моей правой части моего тела — это... Спартак, который я буду сводить и, собственно, перебивать. Извините, я чуть-чуть тут поправлю. Вот. Ну что ж, вот такое вот у нас короткое интервью с тобой. Зато какое оно позитивное было. Слушай, вот давай, мы с тобой два ведущих сегодня. Я задам вопросы тебе. Каково тебе быть ведущим? Подожди, расскажи, как тебе быть ведущим? Мне понравился этот опыт. Особенно на таком мероприятии это... Я чувствую... Не знаю. А душ, ну какой-то такой счастливый человек. Добро я чувствую. Добро, нам нужно подводить итоги нашего лайва. Да, давай подведем. Вместе? Или я пошла? Типа, может, тут не нужна? Ну, вместе. Ну, давай вместе, да. Знаешь, Ксюш, на нашем лайве в общей сложности было... Только мне обновленную не скидывали. 815 тысяч было 20 минут назад зрителей всего. Ребята, вы просто огромные молодцы. Мы... Смотрят нас сейчас больше 20 тысяч. А... Это просто шок-контент, я серьезно говорю. И знаешь, сколько... Сколько мы собрали-то, да? Знаете, сколько вот ваше доброе слово ваш помогло собрать... нам вместе с сервисом Добро, Mail.ru и фондом Константина Хабенского мы собрали в общей сложности 157 тысяч рублей, которые пойдут... Ребят, мы молодцы, это браво, это очень сильно. Которые пойдут в помощь детям, которые борются вот с тяжелыми болезнями. Это, ребят, это огромная, мне кажется, цифра, это огромный... мне кажется, шаг вперед вообще в общем для ВПШ, для фонда Константина Хабенского, я могу так сказать, для добра вообще, в принципе, ребят. Мы собрали эту сумму, и мы собрали ее не просто так, мы собрали ее для реально нуждающихся детей. И это сильно, это круто. И, короче, так держать, я прям да, в восторге. Все молодцы. Я предлагаю, наверное, сейчас пригласить представителей...
нет еще? А, поболтать еще, да? Может быть, есть какие-то вопросы от зрителей? Это было круто. Продолжайте смотреть нас и делитесь добром чаще. Да, потому что добрые дела нужно делать, потому что в мире очень много всего плохого. Я считаю, что если вы принесете... Но добро всегда побеждает зло. Да, я считаю, что если каждый из нас принесет в этот мир хотя бы капельку добра, то таким образом получится целое море, а то и океан. Это вот моя любимая фраза. Это очень круто. О, боже, у меня такой большой словарный запас. Такая я ведущая классная, конечно, обожаю этот стиль. Стиль как бы... Ой, сейчас чуть не то, чуть-чуть. Ну, хотим передать огромное спасибо команде Mail.ru Group. Да, огромную благодарность действительно выразить вам за предоставленную возможность вообще просто провести это совместно с вами. Всем людям, которые работали над этой акцией, над отдельное проектом. Отдельное спасибо ВКонтакте, Mail.ru Group, Mail Добро. Блогерам. Блогерам, ведущим. Естественно. Да, ведущим. Спасибо огромное ведущим. Я считаю, что ведущие на этом проекте были, ну, вот самый такой, самый сок. Вот прям то, что нужно было. Спасибо ВПШ. Да, я уже сказала. Вот, вот так вот, собственно, и проходит. ВПШ исполняет мечты. ВПШ исполняет мечты. Мы надеемся, что мы исполнили хотя бы маленькую часть тех мечт, которые хранятся в ваших маленьких сердцах. Вот. Я не понимаю, мне показывает крест. Отлично. На этом, наверное, мы закончим. Спасибо, что смотрели.